Всем привет, с вами Сони. Друзья, давненько я вам обещал то, что покатаюсь в Dirt Rally, но все у меня как-то не задавалось. Постоянно были какие-то проблемы с софтом, но в конечном итоге я разобрался в целом, в чем причина. Проблема была в том, что у меня на звуковой карте Creative постоянно почему-то отваливается микрофон, поэтому пришлось прибегнуть к услугам встроенного звука Realtek и вот этого вот микрофона Trust. Что в целом как бы так оно записывается вроде бы, но правда качество звука будет несколько похуже, ну, голоса моего, чем в других играх. Ну, что делать? Придется потерпеть, именно в Dirt Rally вот так вот. Потому как происходит такая фигня только в Dirt Rally, тупо отваливается звук. В общем, что я хочу сказать по поводу данного творения. Игрушка бомба, игрушка пипец хардкорная, это просто какой-то Dark Souls в мире автомобилей, я не знаю, я тут уже немножко в него погонял. Так пострадал неплохо, дает так жару. Давайте начнем новую карьеру. Так, тут что мы имеем? У нас карьера, открываем. Че, тупим? Алло, заходим. Так вот, у нас тут есть ралли, хилл климб и ралли кросс. Для начала нам доступно только ралли и только 60-х годов автомобили. Потом, как всего, мы имеем 50 тысяч кредитов, а машину мы можем купить только вот либо Mini Cooper S, либо Lancia Fulvia. Я предпочитаю Lancia Fulvia, хотя она вроде бы побольше и потяжелее, чем Mini Cooper. Заверните. Вот, ну, мне она все равно больше нравится, хотя на мини немножко кататься попроще. Оба этих автомобиля тут переднеприводные, что, в принципе, неплохо для старта, но они, конечно, такие медленные, слабенькие. Я уже пробовал гонять там на всяких Subaru Impreza, Lancer Evolution, там, конечно, все намного бодрее происходит, но Москва не сразу строилась. Для начала нужно выучить все треки, я их знать не знаю, так что буду вам сейчас показывать днище класс. Будем надеяться, что все будет терпимо, окей. Я уже жизнью немножко наученный, понял, что машины настолько эти тупые, что дальше третьей передачи они не разгоняются в принципе. Поэтому коробчонку я сбавляю на минимум, вот так вот. Потому что не везде она даже на такой настройке может разогнаться эта машина. Включаем первую передачу. Еду я со сцеплением, без помощников, все как надо, все как вы любите. 900 градусов руль, полетели. Отлично, слушайте, я несколько раз начинал проходить эту игру. Постоянно, когда мы начинаем карьеру, ребят, постоянно разные заезды происходят. Я не знаю, что так, но то одна Греция, то другая, то третья. Вот эта Греция сейчас у нас такая не шибко и простая. Только что я пробовал кататься, было совсем иначе. Но этот трек я уже так чуть-чуть знаю. Так, 7 на 8, знаете, более не менее. Тут я уже знаю, что сейчас мы пролетим поворотик, и там будет сюрприз, мадафака, в виде глыбы на дороге. Так, тут надо притормозить чуть. Отлично. И тут она, кстати, едет неплохо, в другом заезде. Вот, смотрите, видите, сюрприз. Так, что там? Бамц, бляха-муха, что-то неудачно прошел тут поворот, бывало и получше. Ручник в этой игре, я смотрю, неотъемлемая часть. Без него фактически ни один поворот не проходится. Давай, 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 греби, Родима. Видите, на коротких передачах... Фу, Лянча даже не всегда вытаскивает. Она очень слабая машина, я не знаю, ей бы... Коней бы 10 подбавить, было бы вообще замечательно. Но, что делать, 11 секунд я отстаю уже. Я не знаю, ребят, как тут надо ездить. Очень надо профессиональным быть. Так, поворот тут мы проходим быстро. Чтобы приезжать на первых позициях, нужно тупо выучить все треки, иначе тут не соваться. Так, теперь пониженную. Ручничок. Отлично, пролетаем. Так, 5 налево. 5 направо, в смысле 3 налево. Я буду, конечно, поменьше комментировать, ребят. Тут надо очень вдумчиво ехать, слушать штурмана. Вот сейчас, чё, какой поворот, ага. Потому что, когда не слушаешь, просто казусы случаются пипец какие. Сложная игра, очень сложная, безумная. Это, наверное, самое хардкорное, что выходило в этом году, так точно. Вообще, ралли... Люди, которые профессионально гоняют в ралли, мужики, это такие мужики с остальными яйцами, именно респект и уважуха им. Давай, 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 родимая, отлично. 18 секунд, капец, я отстаю. Ну, а в лучшем случае, в идеале, тут я что прогавал? Выключись, ручник, мать твою. В идеале я приду третьим, а то и четвертым буду, я так думаю. А может и того хуже, посмотрим. Не будем загадывать. Too long. Don't press
Окей. Так, сложные моменты мы проехали. Хотя их еще будет тут дофига. Вот вроде бы поворот 5 был, но можно было улететь в кувет реально. Отлично. Так, 4. Влево. Неплохо прохожу сейчас. Вполне. Так, тут подсбавлю. Давай, 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 давай. Блин, игра такая, что заставляет реально попотеть. 29 секунд, офигеть. Бах, бах. Столкнулся все-таки. Не-н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 е. Фу. Офигеть просто. Я уже весь мокрый сижу. А я только начал ехать. Так, двоечка. Чё там, скоро финиш-то? Вот вечно у меня плохо включается вторая передача, я заметил. Не знаю, что так. В этой игре и в Gran Turismo вторая передача это какой-то пипец. Часто хрустит и не включается. И это очень плохо. Потому что я рассчитываю, что передача включится. Она мне нужна реально в тот или иной момент, чтобы вперед греб. А тут вот такие вот сюрпризы. Отлично, доехали. Немножко помял я машинку, ну, в принципе, терпимо. У меня много раз, ребята, было такое, то, что я до финиша даже не дожал. Четвертый. Плюс 35 секунд. Безумно сложная игра, я вообще не понимаю. Чтобы приезжать тут в лидерах, надо наизусть знать треки, это однозначно. То есть, где какой момент, именно пролетать их просто максимально быстро. Иначе, ну, все, представляете, 35 секунд, это офигеть просто. Едем дальше. Вторая часть у нас сейчас будет. Вот первые два заезда я так более-менее знаю, пару раз катался. Что дальше будет фиг знает, честно говоря. О, там погода 0%, ну и хорошо. Здесь, вон, видите, будут уже шпильки. Будет весело. Полетели. Летим. Что-то я не узнаю этот трек. Реально не узнаю. Странно тут происходят заезды, честно говоря. Да, я не знаю этот заезд, ребят. Поэтому спешить не буду. Три налево, ок. А, когда-то я тут катался, но совсем давно еще. Когда игрушка была в бетой. Здесь у меня все плохо было, насколько я помню. Я машину разбивал здесь. Воу-воу-воу-воу-воу. Давай-давай-давай-давай-давай. Блин. Выгребай, выгребай. Очень плохо я сейчас приеду. Да давай ты, мать твою. В пол давишь, она просто выгреб сидит, может, с этого болота. Очень слабое авто. Просто тут называется не разгоняешься, а кочегаришь машину. Им тупо не хватает лошадей. Поскорее бы уже 70-е на какой-нибудь лянче покататься, побочнее, как она там, Стратос. Плюс 9 секунд. Я ждал, что будет хуже, честно говоря. Хотя это только начало трека, так что все впереди. Так, 2 и 1 потом. Нормально походится. Так, чё, куда? Чё-то его прослушал. 4 влево, 2 влево. Здесь 2 влево. Давай, давай, давай. Третью. Left 6, continues over jump. Caution left 6, jump, keep mid.
Отлично. Отрыв. Приторможу-ка я здесь. Отлично. Так. 6-6-5. Что такое SQ? Square left. Я не знаю. Опа. Отлично. Отлично. Воу-воу-воу-воу, никакой обочины. Пять вправо. Опять пять вправо. И опять пять вправо. Так, шпилька. Давай, вытаскивай, еще одна шпилька. Давай. Да, Fulvia, конечно, крутая машина для своих лет. Только чуть-чуть бы ей еще момента крутящего, я не знаю, подбавить бы. Буквально там незначительно. 28 сек. Мне еще, ребята, здесь учиться и учиться. Походу ездить и ездить. Тихо-тихо-тихо. Давай, выгребай! Отлично. Шпилька. 5 направо шпилька. Вижу шпильку. Выгребай. Медленно я прохожу шпильки. Очень. Видите, в горочку вообще очень печально тянет. Слабый двигатель. Че, еще одна шпилька? Выруливаем. Отлично, догребли мы до финиша. Фух. Че, мы там приехали? Хоть на четвертом месте держусь, не хуже. На пятом. Печально, какой-то там японец меня обогнал, тоже на Fulvia. А смотрите, лидер, кстати, Мини Купер. Может быть, я ошибся с выбором. А, в целом я по очкам на четвертом месте держусь. Хорошо. Фух, едем дальше. Вот теперь тут я не ездил. Этот заезд я не знаю вообще. В прошлом я когда-то катался в разнобой. Тут вроде бы идет Греция. Куча треков, но ты начинаешь карьеру, это я уже не знаю, раз пятый пытаюсь начать ее. И постоянно разные какие-то, блин, треки. Они меняются, я не понимаю, что так сделано, но как-то так. Так, Repair Venture, что мы там имеем? В принципе, в целом, достаточно неплохо. Коробка немножко пострадала у меня. Это что, из-за моих переключений, гирбокс? Ого. А, на 4 секунды увеличивается. 9 секунд. Она незначительно чинится, но, блин, время, сами смотрите. Плюс 28 секунд. Вы что, шутите? Я лучше на убитой коробке поеду. Пожалуй, да. Не буду чинить. Может быть, и зря, но не буду. Так, сетап венча по-прежнему гирс короткие. Остальное все в стоке оставлю. Я, в принципе, не знаю, стоит ли. Тормоза меня устраивают. Дифференциал, но он средний получается. Нормально входит машина. Интересно, луз, стронг, где из них блокированы, разблокированы, заблокированы? Наверное, луз это разблокированный, я так понимаю. Вообще, кто-нибудь, если шарит, как настраивать тут машины, напишите в комментах, буду благодарен. Потому что я не совсем знаю, честно говоря. Короче, едем так, как есть. Полетели. Да, я не буду чинить авто, поехали. Да ты что, наркоман? Поехали, не надо чинить. Слишком дофига пенальти дают за этот ремонт. Three,
Отлично. Воу-воу-воу-воу-воу! Офигеть! Вот это офигеть! Я ее чисто поймал, ребят. Офигеть! Так, здесь приторможу, опасно. Вот не люблю я вот эти вот скалистые дороги, блин. Когда жопу сносит постоянно. Она же переднеприводная машина. И она теряет контроль. Задницу подкидывает об эту скалу. Наверное, сильно перекручиваю двигатель. Оу-оу. И поэтому у меня страдает коробка, мне что-то так кажется. Но мне комфортно так ехать, я не знаю, держать на верхах ее. Отлично. And right two half long, don't cut. Left three long, keep right over crest, 80. Плюс 8 секунд. Опять на первом же начале плюс 8 секунд. Жесть. Вообще я читал в отзывах, что даже профессионалы не всегда приезжают на первых местах прям сходу. Нужно именно серьезно тренироваться здесь. Так, вот здесь, я тут катался на этом треке, помню, здесь опасный момент, приторможу чуть, камни, они очень опасные, в них можно удариться и все, машина разбивается. Ух ты ж, пролез. Так, 4 влево. 1 вправо. Ок. Огонь. Камни. Прошел. Опасно. Тихо. Ой, я неплохо сейчас. Относительно держусь. Блин, метку надо нацепить на руль, я все забываю. В Dirt Rally вспоминаю, что она нужна. Что значит эта вот штука, интересно. Так, 4. Тихо. Отлично. Камни. Ох, у меня рука болит уже. Ты шо? Полетел. Я весь мокрый по суны. Это жесть. Вот это именно мужской автоспорт, я понимаю. Так, 3 налево. Плюс 20 сек. Я неплохо тут, в принципе, пока что еду. Так, чё, куда? Ага. Так, где там эта единица? Вот, вижу. Давай. И к финишу. Чуть-чуть осталось. Давай, никого кувета! Отлично.
Чё, финиш? Финиш. Я думаю, что здесь я немножко темп наверстал. Я чуть-чуть знаю этот уже трек, катался на нем. Ох, ребята, кайф, реально, я вам говорю, кайф. Опять четвертый. Ты посмотри, как я держусь, именно четвертый, стабильно. В прошлый раз, правда, пятый был. Ну, печально, плюс минута 43 секунды мне до первого места. Это очень много. Фух, есть куда стремиться. Ну, блин, тут такая игра, что сходу, я же говорю, брать золото невозможно. Надо хорошо выучить. Знакомый трек, шпилька на шпильке. Фу-фу-фу. Надо со шпильками разобраться. Я их медленно прохожу. Получается, оттормаживаюсь с ручником. Ну, как-то вот медленно. Потом в горку как-то печально на этих шпильках происходит. Полетели. Right 580 down, bump dip. Left 6 over crest, 60 down. Caution right 560 down. Куда, не вижу. Don't cut into caution left 4 half long, into turn left 3 long. Туда поворот? А, понял. Не туда? Бля! Я заблудился тут, ребят. Давайте я хоть четвертый приду в своем же времени. Капец, я тут времени потерял. Очень много. Слушать надо штурмана, блин. Секс краст? Где-то тут три. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Не-не-не-не-не-не-не! Бля! Хамуха. Плюс 13 секунд пенальти. О, тут печально. Очень печально. Что делать? Я не знаю этого трека вообще. Я, блин, не ездил на нем. Шпилька. Греби, 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 греби. Опять шпилька сейчас будет. Да, точно. А тут терпимо, я ее прохожу. Опять шпилька. Давай! И опять шпилька. И все в горку. Да, блин, ты посмотри. У меня, жиру, видите, проблема со второй передачей. Очень часто. Я не понимаю вообще, может у меня с рулем, че, хер его знает. Это именно вторая передача. Гран Туризмо и Дёрт Ралли. Одна и та же проблема. Опять шпилька. А, я ее прогавал. Он вроде бы показывал 6 направо, а потом шпилька. Я не видел 6 направо, хоть убей меня. Надо выучить заезды. Потом что-то жара пойдет получше. Плюс 36 секунд. Ну да, дай бог, чтобы плюс минуты не было. Воу-воу, микрофон, полегче. Ху-ху-ху. Вот тут опасно, мне кажется. Воу-воу-воу-воу. Опасно. Right 6 and left 6 110 up. 42 секунды. Капец. Давай, давай, родимый. Видите, не тянет. Горка третья, в пол давлю. Вообще не разгоняется. Так, что куда тут? Шпилька влево. Где она там? Блин, рано я переключаюсь. Походу. Скидываю передачу. Да ты, блин, посмотри на эту вторую передачу. Crest 18.
Вот он, крест. Понял. Давай, 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 греби. Вот что происходит, когда ты, блин, трека не ставишь, вторая, включись, твою мать. Рассчитываешь на вторую передачу, она вечно не включается. Хотя она самая тяговитая и вытаскивает часто с нужного момента. И вот оп, не включился, вот такой сюрприз, мадафака. Ну что, проехали мы. Фух, эту Грецию, мать бы ее. 38 тысяч кредитов забашляли. Охо-хо-хо, хорошо, хорошо. О! Я третий пришел. Не понимаю, как так, но я в тройке лидеров. Это интересно. Кто-то вообще не доехал или что случилось, я не понимаю. Фу-ху-ху, 60 это у нас дальше что, Финляндия будет. В общем, друзья, на этом у меня, пожалуй, все. Я вон мокрый, без шуток, вообще весь прям истекаю потом. Игра офигенная, очень крутая, буду кататься и кататься. Вот Финляндию я вообще не знаю. Буду что-то пробовать. Еще раз прошу, если кто-то шарит в настройках, что как тут нужно, подвеску тут настроить, я не знаю, где жестче, где мягче, напишите в комментах, пожалуйста, буду благодарен. В общем, вам спасибо за просмотр, друзья, и всем пока, до скорых встреч.